Бюджетники Югры учатся помогать людям с ограниченными возможностями здоровья. Обучение для них организовало Ханты-Мансийское отделение Всероссийского общества инвалидов. Это часть большого проекта «Мир равных возможностей» на его реализацию. Общественники получили президентский грант почти в 1 000 000 рублей. Сотрудникам муниципальных и коммерческих учреждений рассказывают о том, какой бывает доступная среда, о необходимом оборудовании, технических и психологических аспектах работы, об этике и способах общения с инвалидами, правильном оказании помощи. Обучение, в том числе дистанционно, уже прошли 300 человек. В планах общества инвалидов обучить еще более 1000 ханты-мансийцев.